Саш, как обещал, мост поставил, показываю, что получилось. Из-за высокого увлокочения пришлось ставить растяжки восьмерочные. Вот такие вот. Также ходовые испытания показали, что крестовина передняя в критических углах работает. Нужно ставить кардан с шурузами нивовский. Ну и останется немножко кузовщину сделать, обшить его. Глушитель поменял, поставил атаки. Пробовал пахать. Опять же нужны настройки, но земля сырая. Так что, как что получится, звякну. Ну вот установлен передний ведущий мост от Александра. В принципе, геморроя по установке вообще никакого нет. Ставится не без проблем. Самое главное выдержать углы и вертикали. И, соответственно, повороты относительно рамы. Но так как у меня высокий узел качения, то пришлось мастырить растяжки восьмерочные, так называемые сабли. Переделывал. Одна жесткая, а вторая регулируемая на всякий пожарный. Крестовина ломается очень сильно. Буду менять на шуруз от Нивы. Потому что изначально трактор был высокий, и поэтому пришлось лепить из того, что было. Маховик пришлось уменьшить на 5 сантиметров в диаметре, иначе цеплял за кардан. Ну вот как-то так. Движок Америкос у меня стоит, двухцилиндровый, 18 кобылок. Поставил промвал, чтобы еще уменьшить скорость для будущей работы с навесным, с картофелекопалками и так далее и тому подобное. Ну, перец надо будет обшить. Это бак резервный, так сказать. Когда вот этот он сожрет, переключаешься на этот, и можно вернуться домой, так сказать. Ну вот как-то так. Работа еще с трактором выше крыши. Если какие вопросы будут, пиши, звони. Если еще какие-нибудь видосики снять. К этому трактору есть также передняя балка обычная, которая меняется, грубо говоря, по счету раз. На этой 4 болта, здесь 4 болта, 2 растяжки и рулевой наконечник. То есть здесь открутить 7 гаек, поставить эту, прикрутить 4 гайки, не, 5, и все, и будет заднеприводный. Здесь уже просвет будет побольше для того, чтобы можно было спокойно в грядки залазить, побольше чем-то.